требуется: один моток трикотажной пряжи, у меня бисквит, цвет Лондон, в 100 метрах 330 грамм, 7-миллиметровая нить, 100% хлопок. Заготовки для ручек, они могут быть любой формы, и если они у вас красивые, с отделкой или декором, вы можете обвязывать их не полностью, а оставить необвязанной ту часть, которая не крепится к полотну сумки. Маркеры, ножницы, крючок номер 6. Все необходимые и полезные для вас ссылки, а также ссылку на продавца-производителя всех необходимых материалов и инструментов я оставляю под этим роликом. Также прикрепляю туда свой промокод на скидку. Приступим к вязанию. Я уже установила моток пряжи в корзину-клубочницу. Необходимо будет подматывать на опоре, для того чтобы пряжа в полотно поступала ровной, не перекрученной лентой, для аккуратного и ровного внешнего вида. Уже обвязала ручки. Подробное видео по аккуратной и простой обвязке есть на моем канале, добавляю для вас ссылку. Для себя я отметила уже маркерами те петли, которые будут задействованы в вязании полотна сумки. Всего получилось 38 петель в круговую, 19 из которых я маркировала по нижней части. Вне зависимости от формы ваших ручек, для получения сумочки того же размера и того же расхода пряжи, вы маркируете точно так же 19 петель, включая маркированные на одной и на второй ручках. Приступаю к работе. Удаляю маркер с одной из ручек. Вставляю крючок с лица на изнанку. Лицевая часть ручек у меня сейчас смотрит на меня. Я подхватываю рабочую нить с небольшим запасом, оставляя край для того, чтобы его спрятать в полотно. И создаю 11 воздушных петель. Первую, последнюю петли привязки я не считаю. Еще раз проверяю себя. Петля привязки, ее я не считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И следующей петлей я точно так же привяжусь к маркированной петле по ручке. С лица на изнанку вставляю крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю. Готово. Здесь сейчас делаю петлю подъема, буду вязать в обратном направлении. Слежу за подачей нити, нить на пальце всегда с круткой швом кверху. Здесь внимательно, мне не нужно создавать лишнюю петлю обратным рядом. Проверяю. Петля подъема, петля провязки. Вот первая петля провязывания. Вставляю крючок в заднюю перемычку и делаю соединительный стежок 1, далее следом 2, тоже в заднюю перемычку. Дальше вяжу в заднюю перемычку столбики без накида в количестве 7 штук. 1, 2 и последний 7 столбик. Далее у меня остается точно так же 2 точки для провязывания, и я провязываю соединительные стежки 1 и 2. Подтягиваю петлю, которая присоединяет полотно к ручке, вставляю крючок с лица на изнанку в следующую кромочную косу обвязки и протягиваю соединительный, делаю петлю подъема. Сейчас переворачиваю полотно, буду вязать обратный ряд. С этого момента мне необходимо делать добавление. Итак, точно так же петля подъема, петля присоединения, в следующую петлю за заднюю полупетлю кромочной косы я провязываю первую и вторую соединительные. Далее столбики без накида
В центре полотна мне нужно сделать добавление. А это значит первый столбик без накида, второй, третий из семи, четвертый центральный. В одну точку я провязываю сразу три столбика, таким образом добавляя 2 в общее количество. Вместо 11 точек для провязывания от ручки до ручки у меня будет 13. Далее еще 3 столбика без накида для симметрии. 2 соединительные и привязываюсь к ручке. Первая соединительная в заднюю полупетлю. Вторая. Переворачиваю полотно так, чтобы вставить крючок с лица наизнанку в следующую петлю по ручке. Протягиваю соединительное и снова петля подъема. Здесь намечаю для себя центральную петлю по полотну, в которой буду делать добавление. Петля подъема, петля соединения полотна с ручкой, первая петля для провязывания. Сюда провязываю соединительную первая, следом вторая, далее столбики без накида до центра, где буду делать добавление. Второй, третий, четвертый. В пятую в одну точку провязываю сразу 3 столбика. Каждый следующий ряд будет увеличивать количество петель от ручки до ручки на 2. Далее вяжу точно так же симметрично первую, вторую, третью, четвертую. 2 подряд соединительные. Все петли провязываю в заднюю полупетлю кромочной косы. И привязываюсь к ручке в следующую косу соединительной. Делаю петлю подъема, переворачиваю полотно, вяжу так туда-обратно. В каждом ряду делаю одно добавление, провязывая в одну точку сразу 3 столбика. Таким образом добавляется каждым рядом 2 петли. Сейчас у меня провязано 9 рядов с добавлениями, значит плюс 18 петель, к начальным 11, получается 29 петель для провязывания у меня сейчас имеется. От ручки до ручки вместе с теми двумя с каждой стороны, которые я провязываю соединительными. 6 точек привязки к ручке. 1, 2, 3, 4, 5, 6 с одной и 6 с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас эти 29 точек для провязывания у меня будут сохраняться во время вязания дна или глубины сумки. Я продолжаю вязать точно так же, провязывая в начале и в конце ряда по 2 соединительные петли. Далее столбики без накида в заднюю полупетлю по кромке. С этого ряда я уже не буду делать добавлений до того момента, пока не вывяжу дно, и у меня с этой стороны не останется точно так же, как и здесь, 6 точек для провязывания. Сейчас их можно маркировать. 3, 4, 5, 6. С одной стороны. И точно так же с другой стороны. 3, 4, 5, 6. Вот до этого момента, до момента установки маркера, то есть по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 точек, я провязываю глубину сумки, не делая добавлений и не делая убавлений.
ряд за рядом. Я провязала ряды глубины. У меня получилось 16 рядов. Здесь сейчас у меня уже маркированная петля по ручке. Я закрепляюсь в нее. И следующий ряд будет первый с убавлениями. От маркера получается до маркера. Переворачиваю полотно. Напоминаю, 29 петель у меня. 3 вместе в центре я провяжу в одну. Точно так же 2 соединительные в начале и в конце ряда. Столбики без накида в заднюю полупетлю кромочной косы. Получается сейчас 13 точек для провязывания. Далее 3 вместе и еще 13 точек. Готово. Центральные 3 провязываю вместе. Вытягиваю первый столбик, второй, третий и провязываю их совместно. Продолжаю столбики, 2 соединительные в конце ряда и привязываюсь к маркированной петле на ручке. Так я буду вязать ряд за рядом в каждом ряду. В центре полотна 3 провязывать вместе, делая убавление, до исходных 11 петель. Я провязала необходимое количество рядов и сейчас имею 11 точек для провязывания. Следующие петли по ручке маркированы. Следующий ряд я вяжу без добавлений. Точно так же 2 в начале соединительные, 2 в конце соединительные. Между ними столбики без накида по рисунку общего полотна. По окончанию ряда без добавлений я закрепляюсь в маркированную петлю и перехожу к обвязке изделия. Ранее модели я обвязывала по верхней части ручек соединительные. Эту модель я обвяжу по нижней части ручек. В точке привязки полотна к ручке ввожу крючок и соединительными петлями прохожу по всему изделию, здесь, здесь, здесь и вернусь в точку начала. От ручки перехожу к боковой части, вставляю крючок в полную косу по кромке, точно так же соединительные стежки. Обращаю ваше внимание, здесь еще маркированная петля не задействована. Ее я подхвачу обвязкой. Обвязка завершилась. Я отрезаю нить с небольшим запасом. Делаю имитацию соединения. Ввожу в первый стежок обвязки крючок, увожу нить туда. Далее возвращаю в исходную петлю. Вставляю крючок с изнанки на лицо. Подхватываю нить. И прячу ее в полотно по изнанке. Сумка мини-ракушка готова. Очень стильный и необычный летний аксессуар получился. Компактная и вместительная. Ее можно дополнить магнитными кнопками в районе ручки или подкладкой-мешочком на утяжке, на ваше усмотрение. Остаток пряжи позволяет сделать брелок, кисточку, перышко или бахрому.
или, возможно, декорировать плечевой ремень для сумки. Плейлист с аксессуарами для вязаных сумок оставляю для вас ссылку здесь и добавлю в описание под этот ролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!